Эй, всем привет и добро пожаловать на канал ArtStream. Продолжаем прохождение Человека-паука. В прошлой серии... О, тетя Мэй. Питер, со мной говорил мистер Ли. Он встревожен. Ты что, ввязался во что-то опасное? Вот как раз... О, всего лишь расследование Мэри Джейн. Не волнуйся, я скажу ей быть осторожной. Прошу, скажи, что вы снова вместе. Мы снова общаемся. Уже что-то. Надеюсь, я не огорчил мистера Ли. Он просто обеспокоен. Меня тронула его забота. Ты ему нравишься. Он восхищен твоим стремлением помогать другим. Думаю, ты ему напоминаешь его самого в молодости. Вы оба сироты, оба очень умные. Да, отличная парочка. У тебя классный босс, Мэй. Я передам ему это. Люблю тебя, Питер. Так вот, в общем, в прошлой серии то, что мы когда маску то показали, он такой типа, эй, что за говно, слышь, не ввязывайся, это дело, это мое дело. Типа, знаешь, такой намекнул, типа, пошел вон, не трогай никого, ничего. Мэри Джейн, предупреди, а то я поймаю, найду. Ну, так только мягко он сказал, но так он не допетрил. Это было просто прямиком, прямо ясно, вот он сказал ему, типа, пошел в жопу, типа, это мое, это я, типа, это, типа, я глава, я банда. Так, заходим. И вот он сразу к тете Мэй пошел, типа, слышь, типа, старушка, чё, кого, слышь, чё он лезет? Не сразу ему распинать лицо или подождать. Так, ой, не надо, и, видишь, его предупредила. Ну, так вот, ну, это так, коротко, ясно. Ну, в принципе, так и есть же, да, я ведь прав, потому что... Потому что это жизнь. Надо же этому Ли закрыть жопу свою. Это мы куда? Это мы пришли вот это опять. Тавис Индустрис. Как она действует? Как настоящая рука? Подумайте, что хотите сделать, и... Ага. Прошу прощения. Да! Вау. Эй, что вы себе позволяете? Нарушение мер безопасности. Да? Прекратите сейчас же! Это очень хрупкое оборудование. Ну все, я немедленно звоню мэру. Звони, Питер, звони, конечно. Паркер, как твои дела? Помяни, опа. Мистер Осборн? О, ну хватит. Сколько мы уже друг друга знаем? Я мистер мэр. О, да так норм, ты мэр уже. Норм, крутой, норм, поднялся, поднялся. В твоем соглашении на грант прописаны меры безопасности. И это не первое нарушение. Дедок, я же предупреждал тебя. Делай все нормально. Мной. Мы должны были конфисковать все уже давно. Но у меня прорыв. Спасибо, что послужили на благо нашей страны. А теперь проваливай нафиг. Эти ребята проводят вас в Ascorp Robotics, где вы получите современный протез. Бесплатно. Дело ведь вовсе не в безопасности, правда? Я пытаюсь помочь Отто. Да, я поэтому забираю у тебя ты все, что есть. Ты можешь продолжить работу в безопасном месте. А, Воскор. Ты всегда очень быстро соображал. Я что-то не заметил. Ты совсем не изменился. Сейчас заплачу, уйди от меня. Эй, Питер. Гарри возвращается из Европы в начале года. Может, вы наконец-то откроете дело, о котором столько говорили? Это... Какое дело? Превосходнейший шанс. Ага. Здорово. Тише, тише. Все, сердечко закололо. Они же не забрали все. Мы сможем начать заново. Питер... Какое там мы? Без городского гранта я не смогу тебе платить. Мне нужно подумать. А, ну не, братан, я только за деньги, сорян, но месте я ухожу. Я бы искал работу. Вот так вот. Поэтому все говорят, в жопу высшее образование, нужно идти дворником. Там никто к тебе не придерется, только если ты какой-то... Листочек или говно какое-то не подобрал, не убрал. А так все нормально. Тихо
и спокойно. Не пыльная работенка. В кавычках. Незабываемый день. Просто офигительный. Так, опыт. Хотел бы я помочь. Плюс к IQ. Может, позвонить Гарри? Попросить его поговорить с отцом? Нет. Норман никогда не слушает Гарри. Даже пытался лишить финансирования его станции. Эй, одна из станций совсем близко. Надо узнать, как там дела, пока Гарри в Европе. Сейчас мы найдем. Должен быть способ помочь Доку. Я что-нибудь придумаю. Опа. Вышка в районе Гринвич. Можно, кстати, и открыть. Да все, я понял. Йиху! Я Супермен! Я Человек-паук! Знаешь, кто мы? Ну-ка, скажи мне. Мы знали твоего мужа Копа. Скажи, сделки его ушел процентом и молчали, ведь он был человеком Фиска. Это грабеж. Надо остановить их. Опа! Тыщ. Нападите на меня! Спойлер, будет сдача! Вот так вот. И вот так вот. Тихо. Не стрелять. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Тыщ. Мусор. Это мой мусор, не трожь мусор. Тыщ, с коленки. Я вижу иронию момента. Но, может, вы поймете, что не надо бить других. Еху! Блин, офигенная игра, просто тащусь. Так все классно сделано и красиво. И главное, это не лагает, потому что сколько я играл на компе в говенной игрушке с минус FPS и жопой. Просто сгорало у меня все моментально там. Может быть, поэтому я выбрал плойку, не комп, потому что здесь, как в фильме, нету провисаний. Так, ты чё, мы 3 из 3, да, на Гринвич открыли, получается? Или нет? Это чё, нам куда? Нам надо в ту сторону. Но можно по пути, кстати, и на эту вышку. Почему нет? Конечно, не совсем по пути. Внимание, всем происходит вооружённое ограбление. Всем машинам в Мадисоне, у нас происшествие. Я не хочу спасать, я же злой. Хоть бы немножко, правда, от Джей Джона Джеймса. Иху! И мы здесь. Паркур! Чё будет? Тыщ, какой паркур. Так, погоди. Так, это чё, вот так? Потом... То есть вот так, а потом. О, вышки в районе Мидтаун. Так, и та будет по пути, да, получается? Можно, в принципе, эту серию посвятить, как вот эти доп миссии выполнять. Да. Ты можешь просто приземлиться. Подозреваемый уходит на машине, нужно подкрепление. Фига он, сука. Я же ее видел, она была. Вот она. Светила, сейчас не светится. Ага, а вот и скоростная погоня за машиной. А почему она не зацепилась? Я же нажал. Да пошел ты, я не хочу за тобой летать. Гоняться. Я вообще-то супергерой. А не какой-то там мальчик на побегушках. Я Человек-паук. Нет, хочу полазать. Ну-ка. Вжух. Ладно, не хочется лазать.
Паук ДЦП. Так, вышка, стоп. Привет, друг. О, косяки разработчиков. Где перевод, говно? О, красава. Он только испугался. Так, так. Это что такое? Это вот так. Это вот так. Адская кухня. Адская кухня. И можно рюкзачок. Опа. Только треснуто ли. У нас происшествие в районе Мидпекинга. Найдены рюкзаки. Всего 6. Фига, мажор, ты что, 55 рюкзаков? Да ну нафиг. Бегать за этими рюкзаками. Гарри рассказал мне о них, прежде чем уехал в Европу. Вега. Научная станция. Нужна услуга. Любимым проектом моей мамы всегда были городские научные станции. Я запустил их, но сейчас я далеко. А Скорб хочет закрыть их якобы из-за ненужности. Может, присмотришь за ними? Я в каждой оставил сообщение. Спасибо. Пока они есть в городе, в нем есть и частичка моей мамы. Как мило. Что ж, денег я тут не заработаю, но для него это, похоже, много значит. Я сделаю все, что смогу. Короче, я понял, научная станция, охота за смогом. Так, прохождение игры 18%. Че такое? И чё делать? Я думаю, каждый про себя прочитал просто. Еще пара станций сообщают о загрязнении воздуха. Приму меры, пока они не достигли, как это говорится, первого класса опасности. Может, Аскорб против этих станций, потому что сами превышают уровень загрязнения? В воздухе опасно много полициклических углеводородов. И их все больше. Если так и дальше пойдет, будут смерти. Частицы собираются в точках концентрации. Получаются сгустки дыма. Да? Прыгну сквозь такое облачко и соберу нужные пробы. Давай. Как пробы собирать? О, проба была. Я видел. Что делать? Что делать? Как их собрать, блин? А как мне наверх попасть? Я не понял, как... Давай, давай. Да кого ты же должен? Чего? Как попасть в эти сгустки дым? Это гадко, но нужно прыгнуть прямо в эти облачка. Я чё, Халк, что ли? Чувак нифига падает. Вот видите, что это было? Надо как-то... Короче, вот так. Вот тут. Подожди, вот так берем. Вот так вот, да. А теперь... Я же прыгнул, не? Ну блин, какой же я уникум. Вот так надо. Облачка видно невооруженным глазом. Значит, уровень токсинов зашкаливает. Ну да. Блин, когда паутина, эти, так и напряжение начинается, типа летит, раскачивается. Прям так вибрирует джойстик. Прям ух, прям будто сам летишь. И готово! О, вот это еще было красиво. Хоть я сам не знал, как это сделал. Взял отличные пробы.
Опять? Ну, отличные пробы ужасной гадости. Так, так. Нет, нет, я же попал. Тихо. Я же попал. Ну. Ну ты, ёпрыгнуты. Ну-ка, стой. О. Опа. Старикашка. Ну-ка. Вот оно. Небесный прыгун. Ты хочешь сказать, ты не подобрал? Тебе этого мало? Ну вот, подбирай. Будто дышу через выхлопную трубу. Такс. Ну-ка. Так низко прыгаешь, ёпта. Ах ты человек-паук. Вот мне бесит такие моменты, которые, когда, так вот на этом можешь запрыгнуть. Вот я могу перепугать этих людей, но им не привыкать. Ну да, люди неблагодарны, спасаешь жизнь. Не знаю, типа, о, человек-паук, ты такой классный, а потом такие, Джейджон Дженсен сказал, что ты лох, и мы будем тоже считать, что ты лох. Так, тихо. Ха. Такси вырабатывают две модели машин и сломанный дымоход. Сделаю фотки. Тихо. Вот вышка. Так, сейчас подождем, вышка. Сразу два полезных дела замутим. То есть вот так вот, потом вот так и вот. Так. Готово. Такс. Удерживайте L2, навести камеру. Сделать снимок R1. Короче, он просто R1. Подожди, я хочу снимок в полете замутить. Давай, снимок еще. Кадр. Мой кадр. Лучший портрет дымохода. Че, все? Че, заодно еще и тачку? Нифига мы. День добрый. Че? А почему? Я не понял. Хотел сказать, что ты типа мой герой, супергерой, все трудно. Простите, простите. Привет, ребят. Вылезай из тачки. Ну-ка, вылез, быстро. Говнюк, а в чем прикол тогда, я не понял. Мне типа эти все зоны сфоткать надо, что-то я вообще не шарю. Чё за говно, что-то как-то. Поэтому не люблю выполнять эти всякие квесты. Жажда скорости. Здесь хороший свет. И чё делать? Наверное, надо. Надо сфоткать машины, чтобы это. Ну это. Типа дымоход, типа машины же эти тоже, это загрязнение воздуха. Отлично. Yeah. Вышли в департамент охраны окружающей среды. Может, на день земли сделать костюм зеленого паука? Станция Гарри спасла многих горожан от отравления. Как теперь Оскорб докажет, что они бесполезны? Так.
Такс. Опа. Такс, что-то мы сегодня дофига квестов вполне, даже много. Для меня это вообще дикость. Так что вообще не выполняю квесты, а просто only сюжет делаю, выполняю, обычно прохожу. И все. Что делать-то дальше? Типа, у нас будет серия бегаем. Только посмотри, половина полицейских вышек снова работает. Когда за дело берется коп-паук, за любое дело, он всегда достигает постав... Нет. Не подавала вида, но коп-паук уже начинал ей нравиться. Его пренебрежение правилами было как глоток свежего воздуха. Привет, ребята. Опа, не успеет. Тихо, подожди. Вот так. Ну-ка. Ох ты, прикинь, я из рук ее выхватил. Так, у вас что-то... Ну-ну, так, махшим. Тебе. И тебе вот. Опа. Скдищ. Я догадаюсь. Наркотики под видом цемента. Какой ну... Бомба. На кого? На тебя. Yes. Футбол. Береги! Те, кто мешает твою, долго не живут. Can you do that? Yeah. Капитан, в мою паутину попались парни Фиска и все необходимые доказательства. Молодец. Фиск соси думает, конец. Что все еще может всем управлять. Но пора ему понять все трудности отношений на расстоянии. Это да. Ух, как это было жестко. Человек-паук, Шокер сбежал. Сейчас грабит банк на углу Ист и 31-й. Что случилось? Он вроде был в тюрьме. Был. Но один охранник выпустил его из камеры и отдал ему его костюм. Я знал, что Шокер на кого-то работает. Что сказал охранник? Я бы с ним поговорила, но он помер. Тот, кто вытащил Шокера, следов не оставляет. Черт! Я посмотрела запись, охранник был словно в трансе. Может, это эффект освещения, но у него глаза будто светились. Жуткое дело! Приду в банк, постараюсь что-нибудь вытащить из Шокера! Ну ладно, ребят, на этом, пожалуй, закончим. Так скажем, была бы это такая... так, серия... квестов, которые в кавычках нет, в кавычках да. Только посмотри, в скобочках, точнее. Половина полицейских да, чуть снова надо. Работает. Когда за дело берется коп-паук, за любое дело, он всегда достигает постав... Нет. Вот шеф и иди не подавала вида, но коп-паук уже начинал ей нравиться. Ну, все одно, да потому я просто... Его пренебрежение правилами было как глоток свежего воздуха. Да, закрой рот свой уже. Она это признает. Дай закончить серию. Слышь... Ну, в общем... До следующей серии. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока.